По проекту «Комфортная городская среда» проголосовало почти 15 тысяч человек. Из 4 заявленных территорий 50% голосов отданы за реконструкцию парковой зоны между 1-м и 2-м микрорайонами. Однако много пожеланий и по выбору других территорий для реконструкции. На мой взгляд, было бы интересно, а вот территорию городского пляжа, мне кажется, наступает сезон у нас, когда летний, столько деток собирается, столько приезжают отдыхающих, дети свободны, и хотелось бы, конечно, чтобы территория нашего городского пляжа соответствовала современным стандартам, то есть, чтобы можно было там в любое время прийти и от дождя спрятаться, и, возможно, прохладительные напитки, чтобы там были, и чтобы, может быть, какой-то прокат был, там, ну что, плавательные круги, допустим. За проект «Любимый город» можно проголосовать до 15 февраля. Из 3 заявленных территорий 50% отданы за реконструкцию фонтана. Финальное голосование по выбору общественных территорий Десногорска для благоустройства пройдет в день выборов президента Российской Федерации 18 марта. Вы можете узнать информацию о жизни города, работе администрации на сайте desnogorsk.admin-smolensk.ru, а также в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере, Ютубе. Для этого нужно набрать «Десногорск пресс-служба».